А вот Штаты не собираются присоединяться к нормандскому формату. Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины уверен, что ключевыми участниками Минского процесса должны оставаться Германия и Франция. И Америка в него ничего не привнесет. Об этом Курт Волкер заявил в интервью «Зеркалу недели». Он поддерживает ведение миротворческой миссии на Донбасс и считает, что она сделает возможным проведение там выборов. По мнению Волкера, невозможность провести голосование на Донбассе тормозит выполнение Минского процесса.